И в завершение выпуска о достижениях физиков. Соль отрастила себе ножки и убежала от ученых физики из Массачусетского технологического института. Обнаружили, что капли насыщенного раствора соли при испарении могут отращивать себе своеобразные ножки и даже передвигаться с их помощью. Физики объясняют природу такого поведения минерала достаточно просто. Главным образом, это заслуга самой поверхности. Она относится к классу супергидрофобных, то есть абсолютно не смачивается водой. На первом этапе процесса капля быстро покрывается коркой из кристаллической соли. В результате размер поверхности, где происходит испарение, резко уменьшается, остается лишь место контакта капли с поверхностью. Именно там и вырастают ножки. Это капилляры, стенки которых образуются за счет новых кристаллов соли, в результате чего основная скорлупа и поднимается над поверхностью. Интересно то, что, варьируя концентрацию и температуру, физикам удалось выращивать разные формы. Ученые назвали их кристаллическими зверьками. Видео процесса стало победителем конкурса роликов в области физики жидкостей. Также обладателем этой премии стали коллеги, другие сотрудники МТИ. Ученые засняли прыжки капель на водоотталкивающих поверхностях сложной формы. Им удалось заснять формирование водяных бубликов, торов и процесс их разрушения.